Вот такими будут игровые компы в 2022 году, друзья. Шумиха по Steam Deck'у подутихла, Гейб пошел в свою кузницу ковать себе чудо, PC-железо тоже не стоит на месте и начинает развивать свои недоразвитые конечности тиранозавра в лице встроенной графики, так как внешняя среда просто отрывает из наших системников видеокарты, ведь вся сумасшедшая эволюция видеокарт, оказывается, шла к тому, чтобы просто на них майнили биток, и процессоры просто вынуждены эволюционировать в сторону повышения производительности встроенной графики. Все по заветам дикой природы. Я надеюсь, вы поняли мой сарказм. Судя по росту битка, он на сегодняшний день стоит выше 40 тысяч долларов. Достойные видюхи еще не скоро вернутся в наши компы. И по сути останутся предметами роскоши. Если ты обладатель 1050 Ti, будь горд, друг мой. В твоих руках настоящий артефакт Немезиды. Недавно стартовали продажи процессоров от AMD. В частности, Ryzen 5 5600G и Ryzen 7 5700G. Процессорной мощности этих камней сомневаться не приходится. Нам интересна именно встроенная графика. Помните гибридные процессоры AMD, которые навели шороху со своими действительно неплохими встройками Vega 3, Vega 8 и 11? Это очень прикольные штучки, друзья, они действительно могли тащить игры. Vega 11 буквально наступала на пятки великой GT 1030, а эти APU, к слову, были на 12 нанометровом техпроцессе. 5600G стоит допиленная Vega с 7 вычислительными блоками GPU с частотой 1900 МГц, а в Ryzen 7 5700G стоит с 8 вычислительными блоками с частотой 2000 МГц. У 11 Веги прошлого поколения было 11 вычислительных блоков, но производительность каждого вычислительного блока была гораздо ниже новых АПУ. Так что пусть цифра 11 у Веги в Ryzen 3 1400G не вводит вас в заблуждение. Чтобы не было вопросов по процессорной мощности, сразу отмечу, что старшая модель всегда быстрее, чем Ryzen 7 3700X, а младшая 5600G не критично быстрее, чем 3600X. Давайте глянем графики тестов данных новинок, они взяты из забугорного сайта TechSpot. Нам интересна производительность старшей модели. На данный момент это самая мощная встроенная графика в массовом рынке. Первая игра Assassin's Creed Valhalla, Full HD, низкие пресеты, и мы видим результат 27-33 FPS, практически как у RX 550. В CSGO наша встройка быстрее, чем RX 550, почти на 20 кадров, это удивительно. Doom Eternal, друзья, Full HD разрешение, низкие настройки, мы имеем 43-50 кадров. RX 550 далеко позади со своими 29 и 38 FPS. Dota 2, друзья, Full HD, высокие пресеты, 64-73 FPS. RX'а все равно позади. Death Stranding, Full HD, низкие пресеты, 30-33 FPS. Horizon Zero Dawn, Full HD, минималки, 23-27 кадров. Shadow of the Tomb Raider, минималки, Full HD, мы имеем 24-37 FPS. Тесты, друзья, показывают, что данный АПУ Ryzen 7 5700G имеет встроенный графический процессор, сопоставимый с RX 550. И в большинстве игр даже не слабо обходит ее. Посмотрев кучу сравнений, я пришел к такому заключению, что GPU в 5700G плюс-минус равна дискретной видеокарте уровня GTX 750 Ti. Может быть, иногда где-то меньше, где-то больше. Ну как вам такое, друзья мои? Фактически, если взять тот же 5600G, думаю, можно будет спокойно пересидеть на этой встройке до покупки дискретной видюхи. А так, данные процессы очень мощные и нагрузят любую современную видеокарту, вплоть до 3090. Большая просьба, друзья, написать коммент по этому поводу, поставить лайк, если не подписаны, подпишитесь. И, конечно же, берегите себя и до следующего видео. Всем пока! I want you to remember.